прямо до круглого кольца и потом прямо на кольце. Так, ребята, всем здорово. Короче, мы едем в магазинчик, вот. Катаемся на Уральчике, кайфуем, пацаны. Вообще, погодка, кайф, тепло. Ну, где-то плюс 15 на солнце. Наверное, что-то в районе 16-17 на солнце. А так вообще тепло, прям по кайфу. Да, на мотике уже более-менее прикатался, вот. Но все равно сзади на такой резине, на шипованной, на зубатке такая кроссовая. В поворотах нет такой прям вообще уверенности, что там считаешь повороты, когда особенно мотик наклоняешь на высокой скорости, прям, ну, кидает, жопу начинает, ну, неустойчивая задница вообще. А так Уральчик очень высокий мотоцикл прям. Мой рост 1,90 м, я достаю прям так, ну, можно не на носочки, конечно, но, блин, почти. Вот. Слева будет написано Посейдон. Так, ну и все, мы приехали. Ну, такое себе. Вот, чтобы быть уверенным прям на все 100%. Запускаем, мы прям заводим мотоцикл вот с подножечки. Итак, друзья, начинается дождичек. Такой не особо сильный, но и не особо приятный. Мотоцикл, первая покатушка в дождь. Но сейчас мы выйдем из города и все будет окей. Да, зеркала вообще неудобные. Явно не для Урала. Храни всех, Господь, от неудач. Пусть все будет хорошо у всех.
Блин, на четвертый, конечно, по городу не покатаешься. На третий нормально. Привычка к низким оборотам. Так. What can they say right now? I'm on the way, we making plans.